7 глав регионов могут потерять должности осенью и весной, говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который подготовлен холдингом Менченко Консалтинг. Как пишут ведомости, в красной зоне рейтинга оказались губернаторы Тувы, Хакасии, Ульяновской области, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Владимирской области. Среди рисков избирательной кампании будущего года эксперты называют разрыв в электоральном поведении все более оппозиционных крупных городов и лояльной глубинки. 379 врачей и почти 500 медсестер не хватает в медицинских учреждениях Забайкальского края, по данным на сегодняшний день. Об этом сообщила во время заседания Совета законодательного собрания министр здравоохранения региона Анна Шенгина. Она уточнила, что за 19-20 годы из Забайкалья уехали 99 врачей и 151 средний медицинский работник. Со слов министра, этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами. Экс-директор Центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Анна Новикова назначена на должность заместителя министра труда и соцзащиты населения Забайкалья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором региона, к своим обязанностям Новикова уже приступила. На новой должности заместитель министра будет курировать вопросы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление жилья детям-сиротам, семейную и демографическую политику министерства. Жители Читы сообщили, что троллейбус без кондуктора, работавший на маршруте номер 3, накануне ехал с большими задержками движения. В троллейбусном депо подтвердили задержку, отметив, что пока это тестовый режим. В службе движения троллейбусного управления подтвердили возникновение задержек на линии, уточнив, что в первой половине дня троллейбус задержался на маршруте на 12 минут, а в обеденное время на 30.